читает эту хуйню, причем у нее сколько там этих оповещений. Она не читает работу, ей некогда просто работу читать. Но у нее это самое. Столько, блядь, личной информации, что просто это пиздец, какое-то море. Ну, как в ВКонтакте входишь, и все, там можно утонуть, потому что бесконечная хуйня. Это лента бесконечная, которая, блядь, просто не отпускает тебя. Я обычно вот там стараюсь как-то это, если чувствую, что затягиваю, все нахуй. Пару-тройку минуты хорошо. Потому что иначе тут не выйдет. И там, если время только будет, да. Не, ну столько то бреду всякого, блядь. Все это она читает, блядь. Вот это вот. И ведь воспринимает, вот видишь, как вот, как будто это не достижение. Она вот прочитала, она теперь знает, ну, как да. Правильно валять сотрудник. Она считает себя умнее, правильно. Ну как-то, блин, ну даже вот ни капли само, какое-то самосомнение, что вот что в жизни происходит, что с людьми-то. Ну, в первую очередь из-за того, что она слишком самоуверена, а на всех остальных она чихала. Я, ух ты, ух, твою мать, блядь, куда уходить-то? Давай. Бля, классно. Чувак, крестится. Бля. Этот гололед. Я бы сейчас это. У меня резина пиздец, блядь. Я бы сейчас почти. А ты слышал? Я только на тормозе ехал. А вот на самом деле, вот он, рефлекс. Нажал и все. И хорошо хоть было куда уйти, блядь. Чувак, молодец, тоже дырку сделал. Вообще красава, бля. Надо видосик запилить. У меня ж топливо сразу моргнуло. Блять, ребятам там не повезло. А чё мы не остановились? Может помочь нам было? Блять. Все вроде там такого серьезного. Ну там рядом кто-то стоял уже. Мы-то тоже, блядь, я охуевший. Вон там впереди кто-то стоит. И вон...